Hello students, and today we almost have finished our module 8 about healthy habits, and the topic of our lesson is using the first conditional and subordinate clauses to discuss healthy living. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы, и сегодня мы почти заканчиваем модуль 8 о здоровых привычках. Это предпоследний урок с повторением материала. И сегодня наш урок про то, как использовать первое условное наклонение и придаточные предложения, чтобы обсуждать здоровый образ жизни. Итак, давайте начнем с повторения. Revision. First conditionals. Первый тип условных предложений. First conditionals. Нам сегодня нужно запомнить, что данные предложения делятся на две части. Первая часть называется if clause, или придаточное предложение со словом if, если. И main clause – это главное предложение, основная часть. То есть основная main – придаточное if clause. Рассмотрим на примере двух предложений. Первая часть, придаточное предложение, образуется во времени present, simple tense – настоящее, простое время. И главное предложение образуется во времени future simple tense, будущее. If I feel sick tomorrow, I will not go to school. Если я завтра почувствую, что я болен, я не пойду в школу. Придаточное предложение if clause. Первая часть до запятой. If I feel sick tomorrow. И main clause, основная часть. I will not go to school. И еще одно предложение. If it rains, the match will be cancelled. Если пойдет дождь, первая часть, if clause, и main clause, the match will be cancelled. Матч будет отменен. Ничего сложного. If clause, та часть предложения, где содержится слово if, придаточное, и main clause, главное, которое следует после запятой. Иногда они могут меняться местами, но if clause всегда там, где есть слово if. Продолжаем. Итак, healthy lifestyles. Выполним следующее упражнение. Для начала просто посмотрим и переведем словосочетание. Play sport regularly. Play sport regularly. Регулярно играть в спортивные игры. Далее. Get a good night's sleep. Get a good night's sleep. Получать хороший сон. Или спать достаточно. Следующее. Spend time with family and friends. Spend time with family and friends. Проводить время с семьей и друзьями. Следующее. Share problems with family and friends. Share problems with family and friends. Делиться проблемами с семьей и друзьями. Далее. Eat fruit and vegetables. Eat fruit and vegetables. Есть фрукты и овощи. Далее. Avoid too much stress. Avoid too much stress. Избегать слишком большого стресса. Далее. Drink plenty of water. Drink plenty of water. Пить много воды. И последнее. Have a hobby. Have a hobby. Иметь хобби. Все эти слова и словосочетания мы так или иначе уже проходили в течение модуля 8. И сейчас мы просто их повторяем. Сейчас наша задача заключается в следующем. Составьте условные предложения первого типа, используя фразы из упражнения 1.
Например, используем первую фразу play sport regularly. If you play sport regularly, you will be in good shape. Если вы будете регулярно играть в спортивные игры, вы будете в хорошей форме. И последняя часть этого задания. Mark if clause and main clause, underlining them with different colors. Возьмите две ручки разного цвета, например, красную и зеленую. И подчеркните разными цветами if clause, придаточное предложение if, и main clause, главное предложение. Придаточное предложение if в примере находится в первой части. If you play sport regularly, если вы будете играть в спортивные игры регулярно. И основное предложение, main clause, главное, находится после запятой. You will be in good shape. Вы будете в хорошей форме. Продолжаем. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Сделаем квиз и отметим предложение буквами T или F. Являются они либо ложными, false, либо правдивыми, true. Первое. Adults need more sleep than teenagers. Это предложение переводить не буду. Вспоминаем значение слов самостоятельно, они должны быть нам известны. Как и все последующие. The sentence number two. Smartphone screens can stop you getting to sleep. Number three. A balanced diet provides all the nutrients we need. Number four. Meat, fish and eggs provide carbohydrates. Number five. It is not a good idea to drink water after a workout. Number six. Manuka honey comes from New Zealand. Number seven. Too much Manuka honey will keep you awake. And the last sentence. Shubat is not good for people with diabetes. Прослушали и отметили данные предложения буквами T или F. Итак, на этом наш урок закончен. Наши задачи по окончанию урока. Первое. Review the vocabulary from the module 8. Повторите слова, лексику из всего модуля 8 «Здоровые привычки». Вторая задача – Review Conditions. Повторите типы условных предложений. У нас по ним был целый отдельный урок, можете его пересмотреть. И последнее и самое главное – Try to make a short list of healthy habits and say why are they important for you. Постарайтесь составить короткий список здоровых привычек и сказать, почему именно они для вас важны. На этом наш урок закончен. Thanks for your attention and goodbye.